Привет, сегодня я и Катюша будем прыгать на вот этом огромном батуте. Каждый раз вот этот молодой человек будет задавать нам, как прыгать. Если мы более-менее делаем похожий прыжок, он ставит нам галочку, и мы проходим дальше. Но если кто-то из нас прыгает максимально плохо, то он покажет красный крестик, и нам придется перепрыгивать. А самая суть ролика будет в том, что каждый раз мы будем подкидывать монетку. Чей цвет выпадает, тот и выполняет прыжок на гадости. И, кстати, тот, кто откажется прыгать на батуте, выставит в мой инстаграм свою фотографию в нижнем белье. Либо это будет Катя, либо я. Узнаем. Пахнет собачьим кормом, по-моему. Господи! Ох! Фу! А пахнет нормально. Ты сейчас кушаешь, блин. Зачем? Не надо, Катя, кушать, не надо. Следующая часть программы, мы смотрим, какой прыжок задаст нам судья. То есть сразу поесть надо, да? Ну да, сразу ротиком словить пару кусков собачьего паштета. Да! Да блин! Где? Почему я первая? Давай прям в смачную так вот хорошенечко поймать. Готова? Да! Давай! Фу, как он воняет, вот теперь я почувствовала. Ну что, мнение судьи? Проходит, галочка, Катя, ты молодец, ты справилась. Ой, теперь бы не упасть. Вау, а самого топового героя из Марвел из предыдущего видео забирает вот этот человек. Чтобы получить его, тебе надо написать на своем канале YouTube адрес доставки. Ну а розыгрыши продолжаются. Чтобы получить эту прекрасную модель Lamborghini на пульте управления, тебе нужно нажать эту красную кнопку подписаться. А если ты хочешь конструктор Роблокса, тебе нужно нажать эту кнопку, то бишь поставить лайк на видео. По идее, ты можешь подписаться и поставить лайк на видео, и у тебя будет возможность получить две игрули. Оу, чипсы! Судья, очень интересно, как ты над нами помилуешься. Включай. Офигеть! О, это прикольно. Блин, я бы повторил. Это... Монетка, давай. Пожалуйста. Тимур, пожалуйста. Судья, тащи. Ну? Синяк! Синяк! Да! Синяк! Судьёна было. На самом деле, я хотел это упражнение выполнить. Но достали шишки Кате. О, господи. Катя, о! Давай, давай! Ау, вообще. Судья, а мне кажется, но Катя как-то слабенькая, да? Давай, судья. Крестик! Крестик! Блин! Еще раз! Еще раз! Я согласен с судьей! Опять крестик! Ну что, было? Галочка! Шикарно закончился второй раунд! Мой желешка. Не люблю желейку, потому что она липкая. Ненавижу липкое. Если ты против, ты можешь отказаться от этой игры и сдашься. Судья, давай уже нормально монетку кидать. О-мое. Нормально. Переворот. Получается, на спину, а потом мы переворачиваемся на живот. Да. Пожалуйста. Мне почему-то кажется, опять синее. Синее, да? Пожалуйста, нет. Синее. Нет. Ну блин. Да я же ненавижу липкое. Как так получилось-то? Это судьба. Кстати. Я спокойно мог в собачий корм. Без проблем в чипсы. Да, но в итоге вперед. Ого! Судья задумался! Нет! Я не хочу в желейке опять! Галочка, да! Я прошел! Вау! Этого мы еще не видели. Огромная кнопка подписаться! Нет, я, конечно, ни на что не намекаю, но меня почему-то к ней тянет. Мое тело просто тянется к этой подписке! Что? Черт побери, я стал серым! Наконец-то! Моя мечта осуществилась! Слава тебе, Господи! Ну и если ты хочешь, чтобы твоя кнопка подписаться была счастлива, просто нажми на нее, и она будет рада. Спасибо.
Эта кнопка под видео находится, если что. Блин, это же больно. Особенно, когда они разобьются под тобой. Под тобой. Под тобой. А я надеюсь, это будет максимально щадящее. А обязательно лицом об железку ударят? Спасибо. А если я не смогу так что делать? Получать красный крестик, да? Катя, ты молодец, у тебя почти получилось, осталось только кувырок в воздухе сделать. Упали, да, кувырок! О, чёрт! Да? Зелёный день! Ну, блин, да сыпьё на мыло, а я положу это! Ой, ну не за мной держи. Максимально, конечно, противненько, ну да. Фух. Вау! О, это что, мука? Мука с блестками. Блин, а я мокрая, если вот сейчас выпадет мне. То ты сделаешь тесто, правильно? Да. Интересно, что в этот раз судья подготовил для Катюши? О! Плещмяю пасть. Да. Ну, мне расстраиваться нечего. Опять будет синяя монета. Нет. Как всегда. Да. Судья продемонстрировал, пожалуйста, что монета не подкручена. Судья, пожалуйста. И мы видим. Ура, наконец-то. Как же мне не хочется. Ну что, господин судья? Да как так, я же выполнил! Судья говорит, лицом не коснулось. Давай! Ну я попытался. Спасибо, судья. Самый честный и справедливый судья. Не будем, конечно, смотреть на то, что Катя в прошлый раз не сделала переднее сальто. Он ее спокойно пропустил. О! Фу! Это мука с клубникой. Но она, блин, немного сладкая, с сиропчиком. Ты же любишь сладкое, вот. Ненавижу сладкое, ненавижу сладкое. Надо собрать спиной всю малину. Это какой-то крабик наоборот. А обязательно вот так же долго, как и судья подали? Не обязательно. Не забываем. Пишем в комментариях, синяя Катюша. Синяя Катюша. Синяя. Я обожаю этого судью. Вы посмотрите. Просто душа всех соревнований. Молодец. Судью намыло. Это вроде бы не так плохо. Фу. Это очень фигово. Ой, блин, как это холодно. И мерзко, и липко. Не-не-не, так ты же не до конца прошла. Еще, мне кажется, я скажу на то место. Да, Катя, ты застряла. Да, пробуксовывай. Как крестик? Еще немного, еще прям малость надо пройти тебе. Все? Да блин! Еще серединку, серединочку хочет. О, это дрифт! Давай про дрифте! Судья готов карточку! Пройдено! Наконец-то! Зеленый цвет! Посмотрите! Она красная? Это холодно! Липкая? Очень липко! О, это то, что я не обожаю! Ненавижу! Это прям максимально, это ощущение, как будто ты прям вот по джему ездишь, вот по этому сахарному. Бом! 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 Тортики! Вот теперь.
теперь я хочу, чтобы мне выпала монетка. Я по-прежнему не хочу, потому что я ненавижу сладкое. Прям вообще так нормально совпало. Интересно, судья придумал. Я очень надеюсь, что не мне. Я ненавижу сладкое. Пожалуйста, хоть в следующий раз я могу. Но в этот раз нет. Синяя. Синяя, давай. Да блин! Да как так-то? Ну, на самом деле, клубника была жестче, чем тортики, поэтому наказание справедливо. 9 цена пополам. Еще поза такая максимально поглощающая все тортики с батута. Так. Давай, Андрей. Так, идем к судье. Катя, ты что делаешь? Срочно покормите Катю комментариями. Напишите в комментариях, какое блюдо вы бы скормили Катюше. Судья интригует. Да! Да! Чёрта, вы тортики? Не люблю тортики. Не люблю они сладкие и липкие. Ой, фу, что это? Вермишель быстрого приготовления. Максимально жестко. Я хочу, чтобы ты прыгнул. Что? Это получается, мы цепляемся за ноги и прыгаем как человек, который не умеет прыгать. Так, распрыгиваемся, беремся за коленки, на коленках падаем, плечом, спиной, боком. Как-то так. Найс. Красная. Синяя. Да, блин, да вы чё? Максимально выложись на этот прыжок. Я теперь мечта студента. Катюша, повелительница по батута. А ну что, судья думает. Кристик! Катя, судья говорит, один хороший прыжок. Надо взяться руками за ноги, иначе не получится зеленую галочку. Что это по запаху? Это свечи, да? Да. Зажженные свечи. Жесть. Я надеюсь, судья добродушный и задаст нам задание какое-то что-то типа перепрыгивать через огонь. Это очень жестко, горячие свечи. Ё-моё! Ого! Да ё! Да ну нафиг! Это же прям очень жестко. Я очень хочу, Катя, пожалуйста! Нет, голубая! Да! Запахло горячей свиньей, да? Там же воск горячий сейчас, блин! Топи, это горячая процедура есть в Китае. Она наоборот помогает для тела, она хороша для тела. Поэтому ничего плохого в этом нету. Нет, процедура для тела. А если я сгорю? А если ты сгоришь, то я выиграю. О, Катя, давай! Молодец! Да! Ты справилась! Катя вошла во вкус! Да! Молодец! И зеленый свет! Ты проходишь дальше, Катя! Ну, это тепло! Тепло, да, это тепло, но просто страшно то, что заденет волосы, и ты начнешь полыхать здесь во все стороны, а так тепло. По запаху, Катя, по запаху. Да ничего не пахнет. Вот я воняю всем, чем только можно. Там жареной свининой воняет. Так. О, липучки для мух. Теперь мы понимаем, почему мы так долго ждали, да? Она липкая, да, ее очень будет сложно отрывать и отмывать от кожи, тем более от волос, поэтому... Поэтому ты отказываешься, да? Ой, ну пока нет. Я напоминаю, кто из нас откажется, будет выполнять самое стрёмное задание. Выставит в мой инстаграм фото в нижнем белье.
Ух ты! Кувырок назад. Кувырок, а можно сделать его менее кривым, как это изображено на видео? Но на самом деле, Кать, ты очень сильно отмучилась, поэтому я даже не буду говорить, чтобы выпало синее. Я не буду настраивать судью под синюю. Я буду даже рад отчасти, что мне придется размять свои косточки. Ну вы! Катя! Катя, да! Подожди, господин судья, посмотрим монетку. Монета обычная, она не подкрученная, обычная монета. Еще и кувырок, это же волосы. Нет? Красный свет, Катя. Катя, слышишь, а Катя, что ты делаешь? Что за стрёмные движения? Катя, давай уже начинай. Ой. Господин судья говорит, крестик, Катя, Катя, крестик. Вон! А, у меня новая прическа? Ну что скажет судья? А, больно! Грети! О, пахнет бананами, да? Поворачиваемся. О, банана. Кушать хочу, кстати. Я опять же не против попрыгать на батуте. Так что если выпадет красное, я не расстроюсь, заодно и покушаю. Ну, наконец-то, хоть я не попрыгаю. Ну, ты как бы не знаю, но тебе так радует, что раньше времени. Вау, нормально. Это же типа спиральки, да? Так, сделай спиральку и упасть на спину. Максимально выдыхай. А если это красное, я съем один банан. Пожалуйста. Я готова. Серьезно? Да. Опять синее. У меня было, это уже 6-й или 7-й ингредиент. Да. У меня было всего лишь 3, понимаете? У меня всего 3. Вот, уже когда мы сейчас спирали делать. Не было? Как это не было? Я думал, постаралась, Катя. Распрыгается. Вау! Ну вот это так клево, по-моему, было. Или как, судья? Бананы становятся красные. Подписывайтесь! И бананы становятся серыми! Поздравляю, Катя! Эта подписка была только ради тебя, да, мой зритель? Пенкой пахнет для бритья. Я запах узнаю издалека. Такую кучку сделали. Да, смачно будет не упасть. Да, прикольно именно так попы. Пошли судьбу решать? Да. Мое опять, как всегда. Я сам не знаю, почему красный цвет редко выпадает. Ё-моё. Я такого никогда в жизни не сделаю. Я такое раз в жизни могу только попробовать сделать, но не факт, что сделаю. Пожалуйста. Да как так-то? Ладно, смотрите, я даю шанс Кате. Сейчас судья перекидывает монету. Если опять синяя, то это Катя судьба. Если красная, я буду делать. Катя, это судьба! Это судьба, Катя! Я не знаю, но это судьба, Кать! И что судья скажет, крестик? Я так не знала. Так, засчитает ли это судья или нет? Засчитает! Если у меня еще выпадут волосы, то будет просто зашибись. Потому что это пена для бритья на минуточку. А бороду? Катя. Что думаешь, чуйка подводит, не подводит? Что там у тебя чуйка? Я чувствую пену, запах пены. Ничего не чувствуется, запах, да? Запах синей монетки чувствую. Смотри. Вау! Это легко. Я хочу в них, у меня хотя бы немного влаги будет, чтобы липкость прошла. Давно не прыгал. Вау! Похоже на предыдущее, но в этот раз мы делаем небольшой шпагатик. Красная. Пожалуйста. Наконец-то! Да, Катя выплеснула всю энергию из себя. Тебе сальто надо будет сделать. Не, ну сальто это уже вторая проблема. Я чувствую уверенность.
Спаси, я понимаю. Я прекрасно понимаю, что это далеко не как показал судья, но я не умею делать сальто. И у меня, походу, голова немного хрустнула. Мне кажется, пахнет лего, да? Пахнет болью. Легошка. Так. Колдуем, колдуем, и выпадает, по-моему, красная. Там красная, да, была? Да блин, видимо, фортуна отворачивается ко мне спиной. Но я могу сказать то, что это не очень сложно, потому что я от природы лягушка. А вот упасть на спину, это изюминка моего представления. Блин! Чё, это крит? Ну когда я же настрадался? Да! Не бой! Вот поначалу больно было, но потом как бы не обращаешь внимания на боль. Ой. Прям так мало, что ли? Оскорбительно мало. Я бы не хотела так взять. Бешеный прыжок. А, это... А, жопой прям. Но при этом надо хлопнуть под попой, а потом попой на кетчуп. Кетчуп не хочу. Давай перебросим. Кэти, так много досталось. Это очень благородно. Так. Опа! Опа, красная. Так, и... Я могу кидать нормально. Пожалуйста. Да, блин. Иголка нафиг. Да вы угораете, что ли? Это иголки для доски. Мне интересно, что судья нам подготовил для прыжка? Жесть. Это прям на иголке надо? Капец. Блин. Кому достанется? Господи, хоть бы не мне. Это хоть бы не мне. Хоть бы не мне. Это вообще максимально жестко. Пожалуйста. Я не буду, блин. Это убираем же. Yes. Ну это, конечно, очень жестко. Это прям, это нужно сделать сальто, еще и кнопки. Ну что, Катя? Мама мия. Я поздравляю тебя с победой. Как я лично считаю, что здоровье куда важнее какой-то слитой фотографии в Инстаграм. Ой, я выиграла? Да, я выиграла. Кнопки, это была последняя капля, от которой вот на самом деле стоило бы отказаться. Ну что, по ссылке в описании ты посмотришь, как я выполнил наказание. Здоровье важнее. Пока.